3 года и 5 месяцев в колонии проведет неоднократно судимый Анатолий Качков из Григориополя за то, что ударил милиционера и публично оскорблял сотрудников милиции. Григориопольский районный суд вынес приговор. 5 марта 2022 года ночью машину Качкова остановили инспекторы ГАИ. Водитель был нетрезв. Милиционеры попросили его выйти из машины и провериться алкотестером. Дыхнуть в трубку он отказался. Не захотел и пройти освидетельствование в поликлинике. На действия инспекторов отвечал агрессивно, публично оскорблял и угрожал физической расправой. А затем ударил одного из милиционеров. На Качкова завели уголовное дело. Узнав об этом, он спешно выехал за пределы Приднестровья. Через 1,5 года, когда вернулся, сотрудники милиции его задержали и взяли под арест. Приговором Григориопольского районного суда Качкову назначено наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.